знала ты, как хочу я тебя. Думал на уроке один парень про себя, про себя. На училку химии смотря. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Юлия, она добрая, умная, красивая, хорошая мама. Такой просто нету больше. Когда я первый раз его увидела, я представить не могла, что он так затронет мое сердце, и мы с ним будем вместе. Мы с ним знакомы с детства, росли вместе в одной деревне, учились в одной школе. Потом судьба нас свела в этой же школе, когда я была уже учителем, а он моим учеником. Первый раз я ее увидел в школе. Она была старше меня. И спустя много лет мы с ним случайно встретились на улице. Потом были встречи. Мы вместе любим ходить на речку, ездить в лес с грибами, ходить на детскую площадку, с милашкой играть. У нас есть дочка, которая очень любит Сашу, и Саша любит ее. Мы ее очень любим, заботимся о ней, дорожим ей, и она тоже дорожит нами и любит нас. Милана, на первый раз, когда я ее увидел, это был такой необычный ребенок для меня показалось вообще. Все, обожаю этого ребенка. Не знаю, люблю ходить, играть с ней, гулять. На площадке на детские ходим, гуляем. Ну, везде вместе стараемся быть. За день до предложения, как бы все не спонтанно, обоюдное согласие захотели, прижились друг к другу, как бы все стало устраивать. Я и не думала, что все закончится именно свадьбой, потому что я боялась, что Саша не готов к серьезным отношениям, не готов к семейной жизни. А оказалось наоборот. Он готов был взять на себя ответственность и роль мужа, отца. И каждый день он это доказывает. У нас был Новый год. Все делали подарки, и я решил подарить Юле кольцо. Ну, как бы с намеком уже на то, чтобы она была моей женой. И на Новый год Саша мне подарил кольцо. Именно этот поступок и послужил в дальнейшем поводом ответить ему «да». После вручения этого кольца она сказала «да». День свадьбы вызывает у меня волнение, тревогу, как все пройдет. Но я думаю, что все сложится отлично, что день этот пройдет хорошо и что он будет самым счастливым днем в нашей жизни.